Жители Анталии требуют от властей запретить продавать, сдавать в аренду недвижимость россиянам. Мы пришли к тому, вероятно, к чему и должны были прийти. Вы представляете, насколько много именно в Турцию сбежало из России людей? Я не удивлюсь, если в Турцию пришло только в одну Турцию порядка 5 миллионов человек. Я не удивлюсь, друзья, потому что вы не можете представить отток людей, который произошел. И сколько осталось сегодня в России народу, мы не знаем. Бабы еще нарожают, как говорил у нас Жуков. Ну, почему бы нет, друзья? Видите, все к этому и идет. Итак, жители Анталии, настолько россиян стало много по всей Турции. Но Анталия – это город на берегу, это море, это солнце, это выгодное место, да, чтобы сделать снова там свой бизнес. И, как вы знаете, именно Анталию облюбовали наши бандиты, и там их много, там у них свой бизнес. И там уже Анталия, насколько я понимаю, живет по законам российских бандитов. Чтобы вы понимали, бандиты России и Турции, они во взаимодействии. В Турции тоже есть своя большая мафия, и они, конечно же, взаимодействуют. Бывают стычки, а где их не бывает, друзья? Итак, жители Анталии просят правительство запретить продавать и сдавать в аренду недвижимость россиянам. Граждане Турции создали специальную петицию на платформе Change.org. Запрет поддержали 9486 человек. Столько поставлено подписей за 2 дня. То есть 9500 за 2 дня набрали подписей по Турции. На петицию обратил внимание также журнал Forbes. Из-за наплыва иностранцев цена недвижимости выросла за последние 2 года почти в 5 раз, что превышает средний доход граждан в Турции. И они жалуются, поэтому пишут петиции. Резкий скачок цен произошел. Но ведь не только из России побежали, да? Побежали также из Украины люди. Они все там, но там они все более-менее дружат. Там нет войны. Поэтому там они дружат. И для Турции это, конечно, большой груз на плечах. Русские и украинцы. Для них они все русские, потому что они русскоговорящие. Поэтому они все русские. И они их воспринимают так, как русских. А так как побежали не только бедные, но и очень богатые. Богатые, естественно, помимо того, что сами прибежали, сами себе квартиру купили, начали еще скупать другие, чтобы потом по выгодной цене продать своим же соотечественникам. Но так было всегда. Это не сегодняшнего дня бизнес. Об этом и легко догадаться, друзья. Резкий скачок цен на аренду привел к кризису недвижимости и к демографическим изменениям. 25% населения Анталии сейчас иностранцы. Рынок дестабилизируют российские и украинские риэлторы. На фоне волны иммиграции количество украинцев и россиян, участвующих в рынке незарегистрированной недвижимости в Анталии, достигло 10 тысяч. Эти люди продолжают нарушать работу рынка, создавая собственные группы на сотни человек в WhatsApp. У них нет опыта, но они скоро начали контролировать рынок недвижимости Анталии. Мы не можем попасть в эти группы, потому что они нас не принимают. Так говорится в петиции, которую они выставили на официальном сайте для того, чтобы собрать подписи и подать прошение президенту. Турецкое издание Hurrah Daily News также написало, что российские и украинские риэлторы, меняя ситуацию на рынке недвижимости, они завышают
и без того выросшие цены на жилье. И они количественно уже превосходят турецких агентов недвижимости, у которых есть лицензия. А наши, да, всякие русскоговорящие, они... Зачем лицензия? Они могут и без лицензии работать. Ведь ум и украинский, и русский верткий, и мошеннический, хорошо настроенный на такие вот дела. Спрос на жилье в Турции, позволяющий претендовать на вид на жительство, в октябре возрос в 24 раза. Это по сравнению с октябрем 2021 года, когда уже побежали после пандемии. Уже побежали люди, причем тоже в большом количестве. Вот кто тогда успел уехать, это были самые верные решения. А сегодня, ну, конечно, в любом случае лучше, но это не значит, что это хорошо. Как подсчитали правительственные аналитические службы, с января только по воздушному коридору в Анталию из разных стран прилетело почти 11 миллионов человек. При этом ежедневно в Анталию прибывает 15 тысяч, 20 тысяч россиян. Ежедневно, каждый день от 15 до 20 тысяч россиян прибывает в Анталию. Понимаете, это можно за голову схватиться. После объявления в России мобилизации миллионы русских побежали за границу. Миллионы, не тысячи. Не 700 тысяч, о которых пишет Кремль, друзья. Не 700. А более 7 миллионов. Из Украины убежало где-то 17 миллионов человек. Сейчас, возможно, уже больше, потому что кто считает? А вот из России более 7 миллионов. Дальше подсчитать невозможно. Все данные закрыты. Но я думаю, не меньше, чем из Украины. Не меньше. Невозможно получить официальные какие-то правильные данные, потому что это будет бум. Тогда в стране начнется катастрофический бум, если правильная информация просочится в СМИ, которые действуют на территории России. Даже в интернет, даже в иностранные издания. Все равно. Если просочиться, то будет бум. Народ просто рванет с места. Да, друзья. И поэтому вполне себе нормально ложится тот запрет, когда совершенно недавно, буквально несколько дней назад, правительство России вынесло постановление, говорящее о том, чтобы не упоминали уехавших, убежавших артистов и интеллигенцию, не упоминали нигде на российских порталах. Количество убежавших актеров велико. Количество убежавших писателей, интеллигенции, врачей, учителей, научных сотрудников просто зашкаливает. Вот да, знаете, как бы кто-то не хвалил военные действия, они повлияли таким образом на всю страну, на людей высшего эшелона образованности, так будем говорить, да? То есть общество в любом случае делится на слои. И так вот, самый образованный слой убежал. Остались те, кто надеется, что они выживут. Ну и те, которые подальше от центра. Подальше от центра пока лучше. Да, друзья, сколько нас еще открытий бурных ожидает в следующем году. Еще до Нового года случатся события, которые повергнут вас в страх и в шок, но это еще только будет, поэтому лучше подождите, нежели об этом думать сегодня. Просто сидим, живем, ждем и ни на что не реагируйте, друзья. Жизнь, она дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за тот страх, которым вы можете наградить себя перед окончанием своей жизни за год, за два, за 10. Просто живите, радуйтесь жизнью. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан.